Алло, алло, алло. Подожди, вот смотри, в каком законе написано или где-то указано, что есть какое-то положение там или какой-то директива Ну, я там? же не буду тебя сейчас открывать, смотреть, лазить по интернету. Ну вот смотри, ты говоришь, что человека можно заставить сделать некое дело, помимо его воли, и тебе, как ты говоришь, насрать на мою волю, да? То есть моя воля, мое желание, скажем, работать в той или иной отрасли, это тоже не важно, да? То есть как бы получается, что ты говоришь, что иди работать, да, вот, человеку, и он как бы должен обязательно идти. Вот, а если ему эта работа не подходит по состоянию здоровья, например, вот как у меня спина, я не могу идти работать, скажем, на стройку. У меня с 30 лет болит спина, я ее лечу. Могу работать везде, и на стройке, и везде. Почему ты не можешь так Ну сделать? ты работал на стройке? Я могу делать что? Я Нет, ты вот ответь на я вопрос пустяковый, мне вот, пустяковый пожалуйста. водород, без всех, без А, ты помощи. уже уходишь в сторону. Смотри, ты мне говоришь, иди работать на стройку. Сам ты на стройке никогда не работал. Меня не интересует, где ты будешь Это я за работать. Я тебе тебя уже сказал, ты говорю. можешь не работать, ты должен содержать семью, как хочешь. Это понятно, но почему тут есть насилие? Вот почему здесь, вот в твоем Насилия диалоге, здесь никакого нету. Почитай законы. в Все. какой закон, скажи мне? Обязанности родителей. Ну, Почитай. понятно. Смотри, работать на стройке со сломанной спиной. Ну, работай не на стройке. Ну вот смотри, я пошел, вот как тут говорят некоторые ребята, даже дворником, вот кто работает в Дом культуры, меня не взяли. Даже дворником Сходи в меня не школу. взяли. В школу сходи, дворники всегда нужны. В школе все, я Ты был. в Был я школе? в школе, да. Я уже был везде, где только можно, во всех возможных организациях. Меня не берут на работу, понимаешь это? Вот меня со всех сторон вот так вот как-то не принимают. Почему я Что, потому что не мешки могу увидят, да? сказать? Что, уволит человека, взять тебя? Ну так а как вот ты говоришь, меня нужно посадить в тюрьму за это? За то, что меня не берут на работу? За то, что я не могу найти себе работу в этом, скажем, вот Я месте? думаю, к 44 годам можно уже было найти работу. Герман, он быстро себе нашел работу. Ну, я работаю вообще-то всю жизнь, но я работаю в Ты другом никогда в направлении. жизни не работал, не знаешь, что такое работа. Ну, а откуда у тебя такие сведения? Как ты можешь вот мне Ну так доказать? Я никогда не тебе... было у меня такие сведения. Ты нигде не Ну, вот, работал, например, я могу нигде тебе не показать работал. свою трудовую книжку и тем Где самым ты там работал? аннигилировать твое утверждение, то, что ты вот сейчас утверждаешь, ты врешь. Сколько Понимаешь? ты работал? Я тебе задаю конкретный вопрос. Сколько бы я ни работал, я работаю всю жизнь. Сколько бы я ни работал, я Ты не работал. работал. А ты утверждал только что я не работал вообще Не никогда. работал. Ну а я тебе сейчас вот показываю книжку трудовую. Сколько там книжки ты работал? Какой срок? Какая разница? Ну так а что ты конкретно уходишь от Ну разговора? твой вот этот тезис, что я не работал никогда, сейчас не актуален же уже после того, что вот я, к примеру, тебе показал бы сейчас книжку. Она у меня Тогда есть. считай, что не работал. Если 99 ты раз был честный и один раз украл, значит вор, так и здесь. Смотри, а если я тебе скажу, что вот спроси у любого строителя, у любого человека, что работая на стройке в Москве, как я работал, в принципе, и спину я себе там повредил, работая на стройке, тебе никто никакие, никуда ничего бумажки не дают, никто не пишет, ты ничего обычно не подписываешь, тебе трудовую вообще никто там не спрашивает. Скажем, работая каким-нибудь арматурщиком, там твое имя даже никто не знает, понимаешь? Какие ты требуешь у меня документы? За что меня сажать в тюрьму? За то, что я работал всю жизнь и у меня нету сейчас никаких документов, нету бумажек? Вы что, с ума тут посходили? Помнишь, где ты работал? Где Как помнишь? где? Как где? Я Сколько всю ты жизнь работал? проработал в Москве. Всю жизнь. Нет, ты не работал на стройке. Если ты только попытался туда зашел, побыл несколько дней и ушел. Откуда ты это знаешь? Откуда? А Вот как мне это откуда я интересно, знаю? как ты можешь подтвердить свои вот эти
тезисы, на чем они основаны? Вот сам ты подумай, какое, какое тут, какой абсурд. Как я могу подтвердить? Ну, смотри. То есть из-за того, что я не могу подтвердить то, что я работал на стройке, я поеду сейчас в тюрьму, да? Во-первых, кого я обокрал, скажи мне, и что я там, где пил, так вот я сильно, что меня за это, и за это тоже нужно меня сажать. Что не, а зачем алкоголь продается, почему я не могу выпить? Почему ты говоришь, что я украл кольца? Какие я кольца украл? Ну, давай начнем издалека. У бабушки, у своей ты все золото украл. Ну, смотри, давай тогда, раз издалека у тебя так далеко это сидит, я тебе скажу. Кто сделал меня вором? Сам себя сделал. Сам? Нет. Подожди, я должен тебе сказать, кто украл золото, ты знаешь, у тебя твое кольцо, мамины кольца и все остальное. Хитростью взял. Кто это сделал? Я? Скорее всего, ты. Смотри, я тебе сейчас раскрываю эти карты, давнишние. Не надо мне ничего раскрывать. Ну как, ты узнаешь, что это не я сделал. Но ты хочешь видеть меня вором. Я не вор. Меня обманули самого. Меня обманули хитростью. Против воли. Можно сказать, это было насилие. Я знаю, как это было. А у бабушки зачем ты кольца взял? А у бабушки я уже сделал это, я тебе объясняю сейчас почему. Потому что ты объявил меня вором и считал меня вором. Ты говорил всем, что я вор. И я сделал это назло, что да, я вор. Вот, как у нашего писателя Льва Николаевича Толстого. Понимаешь, я подтвердил это. Вот, это психология. Неужели ты не можешь понять? Психология никуда не идет. Ну, я за это очень отвечать, конечно, буду перед Богом. Я за это очень сожалею, что я это сделал. Да, лучше бы я этого не делал. Но смотри, ты не мудро поступил, объявляя меня вором. Вот именно, что я вор, именно потому, что меня обхитрили и забрали золото. У тебя, тебя затмило, и ты сказал, что я вор. Но ты бы разобрался лучше и позадавал мне вопросы. Остановись. А в Сереже на компьютер деньги ты почему забрал? По такой же схеме, потому что я мстил за то, что вы меня вот обозвали так. Я не вор. Это насилие. Ты не хочешь разбираться? Глупости. Да. Не будь дурачком, не представляешь. Ну а какой же дурачок? Ты сам подумай. Почему дурачок? Потому что я не могу тебе объяснить, что я не вор, я не ворюга. Я никогда такого не делал. Ну сейчас ты на хлебник. Как ты никогда не делал? Ну а то, что я вор, ты можешь это отменить? Это же не так. Я вор не, просто не по твоей ошибке, как родителя. Ну, и мне дорого это стоило, мне пришлось это долгое время изменять и работать с этим, отковырять это от себя, эту проблему. Я не ворую, я не беру чужого. Ну, так смотри, тогда получается, что я тогда буду как-то за свою жизнь, надо мне тоже как-то здесь сейчас... Ну, оборониться, потому что ты детям моим, что знаешь, что говоришь, Герману, Ивану, то есть ты их... Я детям про тебя ничего не рассказывал, кроме того, ну как, а ты говоришь, что я петух, что я блатной, сначала, что я блатной, а потом то, что я петух. А что это такое петух, кому это? Не знаю, это вот надо у тебя поинтересоваться, что ты имеешь в виду, когда говоришь мне, петух и моему сыну, что я петух, и... Вот все население тут теперь так вот, как бы, я не могу устроиться на работу. Разговор закончен. Ну. Человек-то конченый, в моем понятии. И меня нужно что, в тюрьму сажать? Не знаю. Ну как не знаю, ну ты ж только что сказал, что в тюрьму сажать. Или что, расстреливать? Что с нами делать? Не расстреливают, а в тюрьму сажают за ответственность к своим детям. За ответственность к своим детям? Не понял. Как зачем? За это меня в тюрьму посажают, за то, что посадят в тюрьму за то, что я
Люблю своих детей и хочу, чтобы их было больше, чтобы у меня были еще внуки, дети, чтобы И все что бы ты с ними развивалось. делал? Как бы ты их содержал? Куда? Чтобы они тебе с голода умерли или что? Почему с голоду умерли? Ну как, почему? Ты Ну... знал, что у твоего ребенка он и Герман посылает деньги, и мы посылаем, и шапки вот не было, например, Герман посылал ему денег, что вообще носить нечего Так было, да и что в этом плохого? И я деньги посылаю ну, и допустим, помогаю Герман, Герман кому-то. пишет, И... тебя нет Ну денег, а любая бабушка и любой дедушка так поступает. Ты что, тебя же никто не заставляет? Ты скажи, по своей же воле ты посылаешь деньги? почему ты не даешь ни грамма в семью? Что Что значит не это такое? даешь? Вот как ты Ты можешь мне сказать, что я не даю, если ты не можешь это даже проверить? Как ты это проверяешь? Мне интересно, как ты проверяешь, что я даю и чего я не даю? Какие граммы? Как ты проверяешь? Скажи, пап. нисколько не даешь семью. А как ты проверяешь? Ответь на вопрос. Я знаю Пожалуйста. о тебе все, абсолютно все. А ты думаешь, Ну что так, прикидываешься а дурочкой, тебе, чтобы вот тебе смотри, сказать, я что тебе сегодня, нужно? смотри, я сделал, например, татуировку. И я дал Ольге денег, но она тебе об этом Сколько? не говорит. И как ты об этом знаешь? Сколько, когда ты дал? Ну, $100 татуировка в среднем у меня. Когда ты дал 100 долларов, когда это было? Ну вот, понимаешь, может быть только что, а ты об этом знал? Ты не можешь проверить это. Как ты это проверяешь? Вот ты сам себе противоречишь. У тебя нету по мне никаких фактов, которые бы могли тебе утверждать, что я не работаю, или работаю, или плачу там, или не плачу, и Ольге сколько даю. Понимаешь, то, что она тебе говорит, женщина, вот пойми, я не сексист, но она может что-то преувеличивать. Как ты проверял, скажи мне, вот ее Я по твоей информацию. улыбке и узнаю, сколько ты ей даешь. И это будет основанием для того, чтобы меня расстреливать или сажать в тюрьму. Да. То есть с ее слов. Ну, смотри, а если я с ней поругался, и она вот как бы сказала, да он ничего мне не дает, мало дает или там вообще не дает Ты же категорически. сам Не прекрасно живет знаешь, со что мной, ничего не даешь. как вот тут баба иногда, не ебет меня. Вот ты что, и поверишь, как ты это проверишь? Ты прекрасно знаешь все, и дурачком Подожди, вот ты не... мне ответь, пожалуйста, на вопрос, как ты доверяешь женщине так, безапелляционно, не спрашивая меня, вторую половину? Я тебе не доверяю. И что Почему? А это почему не значит? доверяешь? Потому что тебе кажется, что я вор или какое-то там насекомое? Ну так и Как вот у есть. Франца Кафки? Жук? Да? Вот ты читал Знаешь, как Франца это можно Кафку? назвать? Ошибка природы. Я ошибка природы, и меня нужно уничтожить. А за что, Нет, скажи мне? нет. Вот конкретно вот такую вот одну единицу, которая мешает тебе вот мной править, как ты хочешь. Что мешает? Никакую не пытаюсь править, я говорю тебе, содержи Ну семью и все. понятно. Слушай, вот у меня разговоры эти записываются. Ты Я тебе как ты не говорю. пытаешься, если ты меня заставляешь работать? Вот Да, я тебя заставляю. пугаешь. Ну, мне страшно. Ору, да. Что меня посадят в тюрьму, там, не знаю, насиловать будут меня там, бить или убьют меня вообще. Вот ты же меня пугаешь. Это насилие? Это норма, что ли? Вот в твоей партии, ты же член партии бывший. Это у вас такая норма была? Вы и сейчас это все делаете? Конкретно давай говорим о тебе, не об моей партии, не Ну, будем конкретно я вот развивать сейчас, спину, все, разговор откуда ты окончен. знаешь, вот сколько я приношу денег, где я работаю? И почему тебе вот это вот так вот Вот с этого интересно? дня Потому что ты помогаешь моим детям немножко. Это обязанность, по сути, ну, такая, как бы духовная больше, чем нежели финансовая. Тебя же никто не заставляет и не просит. Я тебя хоть раз деньги у тебя попросил за всю жизнь, я. ты брал без спроса, если тебе надо было. Ну, потому что ты ко мне так относишься. Ты меня объявил перед всеми ворюгой, сделал меня вором. Значит, с этого дня Поэтому с я такого это мнения не буду отметаю. иметь. Остановись. Но я не ворую вообще никогда. Я Придется ничего, остановиться. я никакого, ничего чужого не беру Остановить не никогда, придется. несмотря на то, что ты утверждаешь, что я ворюга. Я не ворую. С этого дня, Когда ты сколько я тебе занимался. даю, ты даешь Ольге под расписку, и потом будет у тебя понятно, все будешь доказательно. Вот с этого дня Что? начинай. Дал ты Ольге денег под расписку, вот она
она распишется, и ты дал Ольге денег под расписку, все, она распишется, и вот... Так... Это ты так хочешь, чтобы мы так жили? Чтобы у нас такая была семья, ты хочешь? Это будет намного лучше, чем есть сейчас. У вас сейчас не было... А какое ты имеешь право вмешиваться в мою жизнь и настроение такое задавать? Почему такая вот диктатура? Разговор окончен. Так а для чего ты это делаешь? Вот так. Как разговаривать? Не знаю.